Відкрита трибуна. Чи легко потрапити на прийом до народного депутата? Мені кажеться, ні, в основному можна попасти тільки через жалоби і то через раз. Я вважаю, що потрапити на прийом до депутата не так-то просто. По-перше, треба знати, де знаходяться приймальні пункти цих депутатів. Потрібно запис зробити. А щоб зробити цей запис, треба знати номер телефона. Ну і треба як-то так, щоб я мала час. Час його прийому збігався з моїм вільним часом. Крайне сложно, поскольку у них всегда закрыты кабинеты, и у них не всегда есть время, чтобы как-то там что-то решать. Чтобы попасть до депутата, для этого нужно, чтобы они открыли двери и чтобы они нас выслушали. Это не так просто туда попасть к ним вообще. Вот. И только через охрану надо попадать, а так ты не попадешь ни в коем случае до них. Тяжело попасть, они же заняты очень. Поэтому, чтобы к ним попасть, надо писать жалобы, чтобы получить хоть какие-то реакции от них. Хочу сказать, что на прием к народному депутату, не знаю, как в Киеве, но во всяком случае, я так слышу отзывы, что не очень легко. Открыта трибуна.